Уважаемые представители масс-медиа, спасибо большое, то, что смогли прийти на этот брифинг, организованный нами представителем партии социалистов. Тема брифинга – пенсионное обеспечение, социальное обеспечение граждан Республики Молдова. Как вы знаете, короткая история, хотел напомнить. Начиная с 2019 года, партия социалистов, президент Игорь Николаевич Дадон планомерно выполняет свои обещания в области социального обеспечения. В 2019 году на новогодние рождественские праздники было выделено по 700 леем всем пенсионерам, получающим социальные пособия, пенсии до 2000 леев включительно. Было много благодарности, но было много и замечаний. Во второй половине 2020 года было выделено по 900 леев каждому пенсионеру и каждому получателю социальных пособий с доходом до 3000 леев включительно. Таких людей было 660 тысяч человек. Традиционно мы в свою повестку дня включаем приоритет пенсионеров, приоритет инвалидов, приоритет тех, кто нуждается в этой помощи каждодневно. В этом году мы также предлагаем, на что были внесены амендаменты, соответствующие поправки в парламентские комиссии с предложением на пасхальные праздники 2021 года выделить каждому пенсионеру, каждому получающему социальное пособие в размере до 4000 леев включительно, я подчеркиваю, уважаемые телезрители, до 4000 леев включительно, в размере 1000 леев каждому человеку. Что важно, если в первый раз получателями пособий были 592 тысячи человек, тогда, когда получали по 700 леев, тогда, когда по 900 леев 660 тысяч человек, плюс почти 70 тысяч человек, как мы видим, то в этот раз получателями пособия будут 690 тысяч 334 человека. Те люди, кто имеет доход до 4000 леев включительно, а не до 3, как было раньше. На это необходимо 697 миллионов леев. В наших амендаментах мы указали источники покрытия этих расходов. Мы очень надеемся, что в ближайшие дни парламентские комиссии, а затем и парламент примет соответствующие поправки, и они будут проголосованы в законе о бюджете социального страхования, в законе о бюджете государственного страхования, и люди эти деньги получат на Пасху. Спасибо большое.